примерно через 30 секунд горизонт почернеет. В небо поднимутся самые смертоносные машины во Вселенной. Я вижу, ты не из тех, кто считает себя важной шишкой, но это решать не тебе. Здесь и сейчас именно ты и именно мой пилот. Самые важные морпехи из всех. Так что вали отсюда, к чертовой матери! Пошел! Потеряли датчики движения, приклейтесь к ним носом! Вызываю всех! Бегом к центру управления, найди там всех живых! Нормально? Дыши, я с тобой. Спасибо тебе! Так, парни!
Парни, все в транспортный отсек! Там новый штаб! И поглядывайте на крыши! Сюда идет большая группа ксенов. Датчик светится как елка. Готовьтесь к неприятностям. Давай поставим эти турели. Окна, окна! Окна! Они лезут в окна! Сварка не выйдет! Трескница! Они ломятся в двери! Всем поднять головы! Они лезут! Идет в шлюпку. Она еще в центре управления? Ее здесь нет. Что, сэр? Я отправил Рид и Хинкса за пределы колонии. Что-что?
покинуть школу. Сулака, мне нужна минута для подготовки. И пусть кто-нибудь отключит подачу топлива. Уинтер, ты все слышал? Понял, Рейдер. Могу сказать. Похоже, ты тут придешься ко двору. Простите, сэр, но вы не указали, в каком направлении должна двигаться бронемашина. Но раз вы живы, если не возражаете, я спрошу кое о чем. Что произошло на Фьюри 161? Значит, легких вопросов не будет. Мы покинули ЛВ-426, и я отправил сигнал бедствия, который вы приняли. А затем лег в заморозку и стал ждать. Смерти, спасения, чего угодно. Рядом с Фьюри на корабле включилась тревога, и меня разморозили, как старшего по званию и единственного морпеха на корабле. Тревога сработала, потому что на борт незаконно проникли наемники Майкла Вейланда. Так кто же тогда был в твоей криокамере? Долгая история. Мне важно одно – разделаться с этими ребятами. Это все, чего я хочу. Этим и займемся. Сэр, вам слово. Мы все с вами колониальная пехота. Каждое утро, просыпаясь, я благодарю младенца Иисуса за то, что я морпех. И если я позволю Вейланд Ютани это у меня отнять, то пусть добрый боженька меня накажет. Итак, у нас нет корабля, на котором можно убраться с планеты, но он есть у них. Сколько до прибытия последнего судна? Приходит сегодня вечером и уходит насовсем. Если не захватим корабль, останемся здесь навсегда. Это единственный шанс. Под моим началом 63 колониальных морских пехотинца Соединенных Штатов. И мы захватим этот комплекс, а потом и корабль. И мы прихватим с собой все улики против Майкла Вейланда и его компании, которые найдем за все, что они нам сделали, за все, что они у нас отняли. Ура и к черту, О'Нил! Ура, капитан! За погибших морпехов, парни!